Так, вот я вытащил себя чат. Все, поехали. Кто захочет, придет еще. Пока настолько, сколько есть, начнем разговаривать. Сегодня, сегодня открытое занятие. Открытое занятие, которое должно, и я надеюсь, что так и будет, привлечь ваше внимание к моему курсу руководителя разработки, который я веду на платформе Otus. Собственно, кто я? Я Стас Михальский. Давайте познакомимся. Я прошел, ну, не буду цитировать капитана первого ранга Янычара, но прошел, тем не менее, какой-то путь от помощника первого программиста до технического директора фактически Babylon Technologies. Я работал в РБК, в Рамблере, в Мейле. Работал, был разработчиком, был тимлидом, хотя такого слова тогда не было, ведущим разработчиком, к которому были прикреплены, так сказать, помощники и коллеги. Работал техническим менеджером, работал, скажем так, большим техническим менеджером. Это должность в моем резюме, должность руководителя, извините, технического директора медиапроектов. Работал непосредственно техническим директором, где уже в круг обязанностей входила не только разработка, в том числе там все IT, было и такое. Когда я хочу добавить к себе, к своему портрету какую-то вот, скажем так, точку и яркое мое отличие, я цитирую строчку из книжки Стивена Кови. Она там в конце у него в приложении написана. Это один из подходов его консалтинговой компании. Человеку свойственно стремиться к величию. И я в это свято верю. Прямо вот эта фраза меня вдохновляет. И более того, я понимаю, что, ну, поскольку если это всем свойственно, то мы можем друг другу помогать. И на самом деле для меня управленческая деятельность – это в том числе способ помочь людям, моей команде, моим сотрудникам, моей компании достичь величия. И достичь величия самому вместе с ними. Все просто. Обо мне примерно все. Вы меня слышите сейчас? Нормально все? Как у вас? Да, надо понимать, что при трансляции на YouTube тут всегда будут лаги. Поэтому с вопросами-ответами, ну, будем как-то синхронизироваться. Окей. Итак, тема сегодняшнего занятия – это обоснование технической деятельности. Тема, прям скажем, я ее до этого не прогонял так вот детально, но недавно тут поймал, так сказать, сразу много опыта, и теперь есть о чем рассказать. Возможно, она будет включена в более широком развернутом виде в программу следующего запуска. Техническая деятельность. Что это такое? Если двумя словами, то не продуктовая разработка. То есть вся разработка, которая не дает, целью которой не является доставка продуктовой ценности, а следовательно какие-то изменения важные для бизнеса. С точки зрения прибыли и так далее. Напрямую, во всяком случае. По технической деятельности я понимаю технический долг, новые технологии, ну, в смысле их попытка их использования, все, начиная там от перехода на Kubernetes, ухода в облако, не знаю, там подключение, использование движка Vue 2 там, и так далее. Новые подходы,
это архитектуры, там все что угодно, любой R&D. Вот все то, что он напрямую не дает денег, то, что я по старой памяти как бы привык делать вообще из-под полы, тихо партизаня по, так сказать, углам в рамках рефакторинга, редизайнов проектов и так далее. Нет, подождите, скорость их появления – это интересная штука на самом деле. Дело в том, что, ну, в общем и целом, все можно привязать к эффективности разработки. При этом, на самом деле, скорость появления фичи, time to market, на самом деле, речь-то идет про результат, а как бы часто мы улучшаем, даже системно, мы влияем на пропускную способность, то есть на количество работы. Вот работу превратить в результат – это отдельная песня, тут и без продуктологов не разберешься, поэтому я бы вот скорость появления, скорость поставки я бы сейчас не трогал. Вот техническая деятельность – это все, что напрямую не связано с изменением продукта. Если говорить про техническую деятельность на примерах, то, пожалуйста, архитектура монолит в SOA. Пилить монолит – это такая сейчас, по-моему, тренд. Признавайтесь, кто из вас сейчас пилит монолит? Есть ли такие студии? Например, можно взять, перейти на семерку PHP. Тоже дело. DevOps практики. Ох, там можно развернуться, там можно строить такие штуки. Контейнеризация, виртуализация и далее и тому подобное. Как я уже говорил, куча фреймворков, много хороших, разных. Сразу 10 можно запустить. Еще и посмотреть, какой быстрее. Ну, в общем, классическая история. Рефакторинг кода. Такой, особенно если код не рефакторили там лет так 5, так вообще сам Бог велел. Реинжиниринг БД. Оттуда же история, когда у тебя аналитики уже не понимают, из какой таблицы что брать, и отчет... Главный отчет для бизнеса не строится уже 2 месяца. Вот это вот как бы классика жанра такая. Ну и вообще там какая-нибудь актуализация технологического стека. Как процесс, например. Еще веселее. Вот, это на примерах, на пальцах. Понятно, что список можно продолжать бесконечно, бесконечно и бесконечно. Вот тут важно понимать одну как бы разницу. На самом деле наша техническая деятельность, она имеет, скажем так, вектор направленности. Мы делаем что-то либо для поддержания системы, либо для ее развития. Зачем систему поддерживать? Вот я накидал такой нехитрый график. Я на самом деле дико страдаю, когда провожу доды и открытые занятия, потому что их приходится проводить в Ютубе, и у меня нет возможности рисовать. Я на занятиях очень люблю черкать по своим слайдам, водить пальцем, недавно специальную ручку приобрел, рисовать графики. Здесь пришлось, так сказать, бездушно накидать его сразу в PowerPoint. Вот это вот история про деградацию системы. То есть мы все понимаем, что ну, система в широком смысле, это вся наша инфраструктура, весь наш код там, и так далее, и тому подобное. Мы же все понимаем, что если... с системой ничего не делать, системно имеется в виду, а просто пилить функционал, то система потихонечку деградирует. И если ничего не делать, то понятно, что она деградирует до какого-то состояния уже кирпича. Поэтому мы периодически, как правило, спохватываемся, особенно когда деградация начинает проявляться уже даже заметно для бизнеса, спохватываемся и, ну, как минимум, хотя бы реактивно хватаемся и начинаем вносить улучшения. Но до некоторого уровня улучшаем систему, ну и потом, значит, со временем, да, по X время, по Y
абстрактное качество системы. Потом система опять, значит, потихонечку разваливается. Мы потом вносим минорные правочки, поддерживаем, поддерживаем. Потом уже на краю гибели вымучиваем руководство, получаем, так сказать, карт-бланш на массированный субботник и бабац, возвращаем систему там, на какой-то более-менее вменяемый уровень качества. После чего еще несколько лет она потихонечку разваливается. По-моему, такая привычная история. Вот сейчас вот поплюсуйте, поминусуйте, согласны, не согласны. Так, смотрю в чат. Как, помимо обоснования, как планировать мощности и сроки? Да, в конце занятия у меня нету прямо специально под это слайда, потому что планировать не проблема. Проблема будет ресурсы получить. Поэтому прошу задать вопрос в конце, и я, безусловно, расскажу. Сейчас даже чуть под него времени оставлю, я надеюсь. Вот. Система деградирует, поэтому нам, как минимум, нужно ее периодически приводить в чувство. Но при этом, на самом деле, есть еще ряд мероприятий, которые не столько рассчитаны на поддержку, сколько на развитие. То есть мероприятия, которые, как мы предполагаем, принесут нам какую-то пользу и улучшение системы. Ну вот, например, переход из монолита в... SOA, простите, это вполне себе, ну, казалось бы, улучшение. Единственное, что если его делать, в кавычках, правильно, то можно угробить весь бизнес, но это другая история. А улучшения бывают глобальные, бывают косметические. Ну, чего я вам рассказываю, сами все знаете. Так, в конце это около, ну, 21 с копейками, я уж думаю. Мы будем общаться примерно часик, потом вопросы. Ну, у меня план такой. Сейчас посмотрим, как пойдет. Пока едем дальше. Также можно поговорить про ресурсы, которыми мы выполняем вот эту вот техническую деятельность. Принципиально два типа. Либо это временно выделенные ресурсы, либо это специально выделенные закрепленные ресурсы, которые только этим и занимаются. Второй вариант, в некотором смысле это, конечно, мечта поэта, но есть, мы сейчас обсудим плюсы и минусы. Соответственно, временно выделенные ресурсы – это ресурсы всегда под проект, под некоторую задачу. Да? То есть мы же не можем сказать, дайте нам на время 5 человек, мы там чего-нибудь поделаем. А закрепленные ресурсы – это ресурсы, на основе которых можно построить процесс генерации проектов для там, улучшения системы, поддержания ее, проектов, связанных с технической деятельностью. Вот, то есть, когда у нас там есть, не знаю, 3-5 человек, которые хорошо знают систему, которые там строят нам под нее DevOps, вдруг сделали, там всякие ништяки дальше развивают. Это здорово, там можно выделить главного, можно поставить перед ним задачу, так сказать, разработать стратегический план и погнали. То есть это уже такой отдельно крутящийся моторчик. С временно выделенными ресурсами такой лафы не будет. То есть ресурсы-то периодически случаются, но вот процесс генерации проектов, его нужно налаживать отдельно. И здесь есть такая классическая история. Поскольку у нас нет ресурсов, что уж там думать про улучшение, ну, как минимум. Потому что с удержанием там все понятно. Да? Как бы реактивная история, она всегда догонит, перегонит, так сказать, даст по шее. И волей-неволей ресурсы появятся, и мы уберем вот эту вот бородавку, конкретно которая вылезла. То, что мы одновременно с этим еще там в системе в глубине что-нибудь так починим раз и навсегда, что улучшит ее процентов на 30,
Это вряд ли. Проактивная история. Это когда мы сами думаем, а что бы нам сейчас, пока она нам по голове еще не стукнула, что бы нам сейчас изменить. Вот, соответственно, даже если у нас нету специальных, если у нас редко выделяются ресурсы на техническую деятельность, это не значит, что у нас не должно быть процесса по, скажем так, по генерации проектов технической деятельности. Это не значит, что мы не должны постоянно, на постоянной основе контролировать, как бы, как сказать, здоровье нашей системы и думать о том, что в ней улучшить. В противном случае, получается, ресурсы выделяют только тогда, когда все прям накрылось, и система на самом деле лучше не становится, она просто продолжает как-то дышать, да, вот через наши все эти примочки, припарки практически мертвому. С закрепленными ресурсами, как я уже сказал, вроде все хорошо. Есть выделенные, мы там можем и R&D чуть-чуть, и планчик себе составить, ашнаган, да, там целевые главные проблемы выбрать, устроить, как в проекте Феникс, так сказать, опрос, кому что мешает жить, там, ну, в общем, развернуть такую нормальную системную проектную деятельность. Есть одна проблема. Как вы понимаете, для бизнеса в 99,99 случаев прямо специально выделенная группа людей, которые ничего не делают для того, чтобы продукту стало, чтобы продукт принес больше денег, это как заноза, чуть не сказал, в глазу. Это плохо. На самом деле с закрепленными ресурсами происходит следующее. Либо они существуют номинально, и их постоянно тырят на всякие важные срочные задачи. Потому что, как правило, под такую деятельность берут людей over quality, людей, которые способны разбираться довольно быстро в даже неизвестных уголках системы, людей, у которых большой опыт, и они там иногда просто по, так сказать, длине сообщения об ошибке понимают, что это было. Поэтому велико искушение этими людьми, как зондеркомандой, так сказать, устроить маленькую продуктовую войну. Ну, в смысле, быстренько сбегать и внести какое-нибудь продуктовое изменение. То есть они из защитников нашей системы превращаются в главных, потому что они самые мощные и жесткие, в главных ее тиранов. Либо второй вариант, если вы умудрились отбиться и защитить этот ресурс от продуктологов, то от продукта, то вы должны очень четко и качественно. И я не могу сказать, что я достиг в этом прям желаемого результата. Потихонечку подбираемся к этому, но еще нет. Очень прозрачно объяснять всем, что же эти ребята делают, и демонстрировать им результаты. Им, в смысле, всем бизнесу, продукту, результаты, которых удалось достичь с помощью изменений, внесенных вот этой вот специальной группой людей. В противном случае их могут терпеть до поры до времени. Ну, то есть, пока там все хорошо, пока все равно там IT, допустим, 300 человек, то, ну, как бы да. Но как только начнется оптимизация, не обязательно как бы по головам, иногда просто мы пытаемся сделать больше работы, как я сказал, еще один проект запустить продуктовый, а их тут же начнут опять же прессовать, пытаться либо сократить, либо бросить на амбразуру. В общем, скажем так, ежедневные мороки в такой конфигурации больше. Хотя по факту оно того стоит. А вы меня все еще слышите? Давно не было комментариев. На всякий случай проверяю, пошел дальше. Вот, наверное, с ресурсами примерно разобрались. Надо понимать,
что диалог с бизнесом, окей, диалог с бизнесом, на самом деле, в данном случае, это обоснование. То есть мы говорим о чем? Мы говорим о том, чтобы убедить бизнес, дать нам деньги, выделить нам ресурсы, пойти нам навстречу, чтобы мы могли сделать ему хорошо. Вот это вот, конечно же, по первости крайне доставляет, ну, потому что мы же для бизнеса, а бизнес глупо не хочет. Но как бы потом потихонечку привыкаешь, если найти общий язык, то потом вообще станет проще. Так вот, но в обосновании тоже есть две большие разницы. Одно дело обоснование проекта, другое дело обоснование ресурса. Вот как вы думаете, в чем принципиальная разница этих двух мероприятий? Давайте свои версии. Так, ага, сейчас. Я понял, что-то я неаккуратно, значит, написал вам, простите. Когда я говорил про обоснование ресурса, имелось в виду постоянного ресурса. То есть обоснование проекта – это как раз для того, чтобы получить временный ресурс. Я имел в виду ситуацию, в которой, ну, я могу пойти и сказать, бизнес, значит, вот есть такой проектик, нужно, ну, там, просто быстренько распилить монолит и сделать из него кучу сервисов. Ну, так, это там. А мог прийти и сказать, слушай, нам нужно 5 людей. А вот про то, что помогает говорить с бизнесом на одном языке, я точно поговорил ниже. Так вот, собственно говоря, когда мы обосновываем проект, мы на самом деле так или иначе все же приходим с некоторым описанием конечного результата и, может быть, даже с некоторыми, ну, предположениями, как от этого станет хорошо бизнесу. Когда мы пытаемся выбить отдельно несколько дорогостоящих, повторюсь, обычно это люди такие, как бы, overquality, бойцов, то у нас мы не можем идти от конечного результата. Ну, то есть мы не можем сказать, что эти люди приходят для того, чтобы перевести с монолита на соло. Эти люди приходят для того, чтобы нам PHP новый поставить. Ну, как-то грубо, да? Мы должны, то есть, если в случае обоснования проекта мы обосновываем некоторый конечный результат, то в случае обоснования ресурса мы обосновываем некоторые системные изменения, что и что эти люди для того, чтобы у тебя вот улучшения, которые я раньше пропихивал тебе проектами раз в полгода, чтобы они у тебя происходили системно, без нашего с тобой участия и значительно с более высокой эффективностью. Вот в чем разница. То есть для, на самом деле, для того, чтобы бизнес согласился на проект, бизнес должен понимать ценность конкретные вещи, которые вы собираетесь сделать. Для того, чтобы бизнес согласился на эти ресурсы, бизнес должен понять системную ценность, которую они нам принесут. А для этого бизнес, в общем и целом, как-то должен понимать систему и ее состояние. И это опять-таки история про то, что мы должны об этом постоянно рассказывать. Как вообще реагирует на нас бизнес?
вам позиция очевидна, да? Мы с этим сталкивались не раз, не два, и, наверное, я сейчас ничего нового не скажу, но давайте разберем. Во-первых, не очевидны выгоды. Во-вторых, как бы очень-очень очевидны расходы. Но когда это речь идет про живые ресурсы, это отдельная история. Ну, как бы людьми. Когда деньгами совсем плохо. Понять, удалось ли нам это сделать, вот мы пообещали, так сказать, дай нам 10к, а мы тебе вот, вот это вот, и будет вот все пучком. Понять, насколько нам это удалось, довольно сложно. Да и на самом деле мы же знаем, что не всегда легко сформулировать прямую зависимость. И если говорить там понятными бизнес-категориями, например, стабильность системы в целом, да, вот не падает и не падает, что бы мы там ни делали, это, конечно, здорово, но, как правило, это достигается целым рядом улучшений. Ни одно из них само по себе не может гарантировать, что и после этого падать ничего не будет. Соответственно, для бизнеса это выглядит как просто полная дискредитация нас как бизнес-партнеров, как людей, с которыми можно договариваться и которым можно верить, потому что они нам дали денег или там добро на использовать людей, мы что-то сделали, сказали, все, мы сделали, мы молодцы, потом бабац, что-нибудь отвалилось. Бабац, форма у главбуха не печатается. Бизнес такой, ну меня же обманули. Потому что бизнес на самом деле, если говорить о системных изменениях, о работе с системой нашей в целом, то бизнес видит не результат нашей деятельности, а его эффект может увидеть. И эффект этот не всегда очевиден, заметен и так далее. И опять же, вот это бизнесу можно разъяснять, об этом можно говорить. Да, статистика хуже, чем до вмешательства, это тоже классическая история. Но если вы расскажете об этом своему руководству от бизнеса, а еще и подкрепите как какой-нибудь одной-другой историей, и примером, то это может быть нормально. Поэтому на самом деле мы должны много, часто разговаривать. И вот это, наверное, сейчас самая большая для меня зона роста, потому что вот реально я там, даже памятуя об этом, даже пытаясь говорить, я постоянно, так сказать, понимаю, что а вот здесь я недопоказал, здесь я недоразжевал, недоработал. Наверное, поэтому я и захотел поговорить об этом с вами. Значит, про выгоду и результат, наверное, тоже понятно, есть разница. Ну, как бы одно дело результат, другое дело как это влияет на деньги. А это на самом деле про, я сейчас скажу через, скакну через два пункта, это про вот ту самую коронку «ну и что?». Я говорю, слушай, мы хотим там переработать систему деплоя и будем это делать быстрее. Ну и что? Ну как? Ну и что? Ну, кстати, с деплоем-то было проще, потому что мы в итоге посчитали, что наши автотесты, которые там поднимаются, прогоняют перед деплоем, они в общем и целом там жрут по там сколько-то минут, мы сложили это, получили 60 человек часов в месяц, а после введения нашего улучшения получилось там 30 с чем-то. В общем, нормально. Здесь как раз хороший пример. Бывают вещи хуже. А, вот, да, допустим, автотесты. Слушай, вот еще хотим добавить, тут взять двух тестировщиков, которые будут сидеть у нас в подразделении непродуктовом и будут писать тесты на продукт. А зачем? Ну, у тебя будет меньше багов в продакшене. В смысле, ну, как бы падать будет реже, так оно вроде сейчас не падает. Нет, критичные мы закрыли. У тебя не будет багов, ну, таких
там что-то съехало, что-то там не открылось. Ну и что? Ну сейчас же есть. То есть на самом деле провести связь между результатом и вот тем самым эффектом, выгодой, это крайне иногда непростая штука. Но на самом деле, если это вдруг удалось, то все, вопрос снят. Ну, за исключением как бы значимости. То есть дальше, следующий вопрос – это значимость. Ну, да, ты показал мне, что я теряю на этом 100 тысяч в месяц. Ну, а то, что ты предлагаешь сделать, будет стоить мне 150 тысяч в месяц. Мне интересно. Все, пока. Так, возвращаюсь в чат. Не про неудачи, а про удачи. Про удачи расскажу. Финальная выгода бизнеса, она на самом деле, ну, скажем так, одна. Это увеличение целевого показателя. Вот целевой показатель у бизнеса на самом деле может быть разным. Как бы мы ни говорили про то, что бизнес он для того, чтобы зарабатывать деньги, и поэтому речь о деньгах, на самом деле нет. Бизнес – это уже история про как бы бизнес-стратегию и так далее. Вполне себе можно сформулировать, что главным его показателем там, на следующий год является не доход, допустим, а количество целевой аудитории, ядро аудитории. И как бы основной показатель для изменения – это увеличение ядра аудитории, там, цель, допустим, в 2 или в 3 раза. Безусловно, если вы по ходу еще предложите бизнесу, скажете, слушай, ну, как бы про ядро не знаю, но вот знаю, как еще 3 ляма за год наскрести. Бизнес, наверное, с интересом поведет ухом, но, опять же, здесь такая классическая история про то, что, увеличивая, выводя одни показатели в целевые, мы начинаем как бы снижать другие, да, вполне возможно, что ваше предложение по получению дополнительных 3 миллионов будет не способствовать росту ядра аудитории, а наоборот уменьшать его. Поэтому вопрос спорный. Но, опять же, хороший хинт – это знать текущие целевые показатели бизнеса. Ну, как бы, если вы находитесь в верхних слоях иерархии, то как бы без этого вряд ли вообще можно обойтись. Если не очень, но про это можно спрашивать, и на самом деле, как бы, когда они есть, когда они осознанно выбраны, про них охотно отвечают. Когда закатывают глаза и говорят, ну, ясен пень деньги, это значит, что в общем и целом про это не думали, стратегии как толком нету. Срубить бабла – это, ну, не совсем стратегия, хотя это совершенно другой разговор. Так вот, вот это вот «ну и что?» – это такая привычная история, и на самом деле ее можно использовать для себя, об этом чуть позже. Основная еще проблема бизнеса заключается в том, что контроль затруднен из-за слабого понимания того, что они там делают. И... Ну, то есть, вы говорите, что мне на это нужно 4 месяца. Как бы, а как понять через 2 месяца? Вы как, близки, не близки? Что происходит? Поэтому, на самом деле, один из способов с бизнесом, ну, как бы облегчить вот эту вот коммуникацию с бизнесом, это преданно вложить в руки бизнесу поводок. То есть, на самом деле, предоставить вменяемый план с четко обозначенными результатами, возможно, даже какими-то демонстрациями, графиками, аналитическими выводами и так далее. А,
Собственно, да. Теперь дальше. Я просто чуть начать отвлекся, простите, поэтому так сейчас вступил. Но, с другой стороны, на самом деле, когда мы идем разговаривать с бизнесом, мы иногда сами разговариваем с неправильной позиции. То есть, как правило, разговор IT и бизнеса, причем это не обязательно SEO и CIO, это может быть разговор тимлида с там, руководителем продукта или руководителем подразделения разработки с как бы руководителем, как сказать, группы продуктов, да, кластера. Соответственно, когда мы обычно начинаем этот разговор, мы его начинаем как две противостоящие стороны. Мы не друзья, мы по разные стороны баррикад. Наши привычные убеждения, которые вот в позвоночнике, и от них на самом деле не так просто отделаться, если вы понаблюдаете за своими размышлениями, допустим, вот просто такой как бы умозрительный эксперимент, попробуйте в голове простроить аргументацию там, вашему вот такому визави от продукта слэш-бизнеса, аргументацию обоснования какой-то непродуктовой деятельности. И попытайтесь отследить, вот что вы чувствуете в момент, когда вот вы эти аргументы как бы формулируете, и какого ответа вы ждете. Вот, скорее всего, вы ждете, что сейчас их будут вам обратно запихивать. Потому что у IT уже где-то, вот не знаю на каком месте, уже набита татуировка. Бизнес жадный. Бизнесу нужны деньги прямо сейчас. Бизнес отказывается думать о том, что будет с ним через неделю, потому что бизнес глупый. Бизнес не может понять простых основ, так сказать, теории систем, не может понять, увидеть очевидных процессов деградации, которые происходят вокруг. И вообще эта шарашкина контора развалится через полгода. Так считают все, скажем так, возбужденные по тем или иным причинам сотрудники IT всех корпораций, которые стоят уже десятилетиями. Я слышал такое в Рамблере, я слышал такое в Mail.ru. Ну, в общем, вы понимаете, это не совсем связано с реальным положением дел. У нас тоже есть некоторые предубеждения. Если мы их сможем оставить за порогом обсуждения, нам будет проще. Нам будет проще понять, что человек не сел на деньги и тупо отмахивается от реальности, а что у человека этих денег все равно ограниченное количество, будь они его, не его, и все равно сколько-то выделено бюджетом. И он, конечно же, не хочет распорядиться ими некорректно, поэтому ему нужно помочь. На самом деле мы с бизнесом находимся на одной стороне баррикад. Мы хотим наиболее эффективно использовать ресурсы. Только бизнес отвечает за приток, а мы отвечаем за то, чтобы вот под все то, что под нами, под этим притоком не развалилось. И, собственно, а если рассматривать наш диалог с точки зрения каждый раз определения баланса, что сейчас важнее, бизнес, приток или стабильность, будет намного проще. Да, Александр, а на самом деле, вот если вы будете заменять в голове жадный на бережливый, будет, ну, не знаю, наверное, зависит от человека, безусловно. Есть люди просто от природы очень уравновешенные. Про меня это сказать нельзя. Мне очень помогает замена некоторых прилагательных на более нейтральные. Не происходит вот этого вот внутреннего раздражения, накопления отрицательной энергии,
который потом вырывается в открытую перебранку, и в итоге переговоры можно считать сорванными, а шанс на то, что мы такие обоснуем или проведем вот эту вот нашу задуманную деятельность в ближайшее время, он снижается. Поэтому на самом деле наша задача с бизнесом как бы... И на самом деле это делается, условно говоря, там один раз на какое-то время выползти из-за баррикады и оказаться на одной стороне. То есть построить диалог о том, что, слушай, ну да, я понимаю, это деньги, но с другой стороны, смотри, мы уже довольно долгое время отдавали приоритет исключительно по продуктовым целям. Да, это позволяет нам зарабатывать деньги, но вот обрати внимание, как мы их тратим. Единственная проблема в том, что у бизнеса все на цифрах, а у нас она на ощущениях, как правило. Да, сделать продажу, но в некотором смысле вы же продаете. Ну, то есть как у продажника? Вот продуктолог, он продажник или нет? Менеджер по продукту. Как вы думаете? То есть в некотором смысле, наверное, ну, в этом смысле любой диалог, любой процесс, где мы пытаемся договориться и используем для этого некоторую визуализацию конечных целей, да, конечных ситуаций и как бы описание разных сценариев развития, ну, наверное, это можно и как продажу или там маркетинговую деятельность рассматривать, уж не знаю, в широком смысле. А вот подождите, если почему продуктолог не должен быть продажником, если, ну вот в широком смысле этого слова, если он приходит к бизнесу и говорит, слушай, я запланировал вот такое вот продуктовое изменение, мне для этого потребуются ресурсы, новые люди, я ожидаю от него такой-то эффект через такое-то количество времени. То есть запускаем новый раздел или там новую, запускаем новый способ оплаты, для этого нам нужно вот столько-то разработки, я предполагаю, что через 3 месяца нам это будет приносить вот столько-то дохода. Вот в некотором смысле это прям продажа. Ну, во всяком случае, не менее продажи, чем убедить бизнес в том, что ему нужно вложиться в систему. А, собственно говоря, как мы обычно общаемся с бизнесом? Может быть, вариантов больше. Мне в голову пришло 3. 3 классических сценария. Это сценарий угрозы. Он, кстати, не самый плохой, он хорошо работает, когда угроза у нас за спиной, она входит вместе с нами в переговорную в виде этого пушного зверя. Это простой торг. Единственное, что, как я уже говорил, мы вот с этой угрозой разобравшись, мы решаем, мы справляемся с... как не с причиной, а с следствием. Да? Мы не лечим причины, потому что писец – это следствие. Причина где-то глубже, на это нам бизнес денег не даст. Но если есть реальные проблемы, если у нас реально из-за того, что мы инженеринг базы не проводили, отчеты, как бы основные для бизнеса отчеты грузятся, иногда отваливаются по тайм-ауту, это повод заняться прямо сейчас. Ну, если не инженерингом базы, так хотя бы сделайте что-нибудь с этой адской табличкой. Да что ж такое? Александр, ну, в принципе, наверное, в любой коммуникационной истории можно углядеть элементы продаж. Опять же, учитывая, что продажи – это один из таких сценариев коммуникации. Увещевание. Вот это вот самое, так сказать, бестолковое и больное занятие, на которое
мы иногда сваливаемся. Ну хорошо, я. Что-то я, мы, что я за вас-то? А, это выглядит примерно так. Слушай, ну вот ты же видишь, у нас система старая. Мы же ей не занимались 5 лет. Вижу. Но ты же понимаешь, что у нас за это время еще половина штата сменилась. И о том, как она работает, мало кто знает. Знаю. Слушай, ну ты же понимаешь, что новые люди, они не понимают, что они там в одном месте, сейчас уже так все перепутано, в одном месте что-нибудь напишут, в другом сломается. Но бывает. Но ты понимаешь, что они из-за этого медленнее работают, поэтому, а если мы сделаем систему прозрачной, то они будут работать быстрее. Насколько? Увещевания работают плохо, потому что для нас увещевания достаточно, потому что мы видим это изнутри системы, как работающую механику. Бизнес, не находясь внутри системы, хочет видеть это как отрицательный эффект или положительный. А с цифрами у нас крайне плохо. Ну, хотя бы потому, что какому идиоту придет в голову считать ущерб от 5 лет не рефакторинного монолита, если и так понятно, что это, так сказать, буква «Ж» какого-то планетарного масштаба. Но на самом деле, если мы хотим когда-нибудь ее, ну хотя бы дефрагментировать на, декомпозировать на энное количество меньших букв, то нам придется это делать. Потому что самый оптимальный путь – это деловое предложение. То есть мы приходим и говорим: я сделаю вот это, ты мне дашь столько, я сделаю вот это, ты получишь вот это. И желательно вот это в сколько, но не обязательно. Там есть нюансы. Ну да, бизнес может, понятное дело, тоже там юрить, но на самом деле, вот когда мы даем деловое предложение, сразу же все становится на свои места. Вы сейчас можете встать, похлопать мне, сказать: молодец, капитан, очевидность, а теперь расскажи нам, как это, блин, делать, потому что это и без тебя понятно. Давайте сначала разберемся, почему нам это делать сложно. Потому что хрен его знает, как оно на самом деле, какой эффект оно даст. То есть мы знаем, что у нас куча всего плохо. То есть масло не меняли давно. Рессоры скрипят. Колесо приходится подкачивать. Фары не горят. Но мы только не знаем, мы будем ездить днем или ночью. Поэтому хрен его знает, оно критично или не критично. Ну и так далее. Но вот этот масштаб, так сказать, неправильности, изъянов системы, он нас, безусловно, так сказать, вгоняет в тоску. Мы не до конца понимаем свою систему в моем понимании системы, простите. Мы знаем, что все плохо, но мы не понимаем, как это плохо влияет на другие элементы, и тем более, как это плохо, каким стуком отзывается там наверху в бизнесе. То есть понятно, что это можно все увязать в overhead разработки. Но опять же, а вот как это выглядит? Я объясняю бизнесу, что вот из-за вот этих вот 55 изъянов системы разработчики работают медленнее. А бизнес говорит: ой, это очень важно, а скажи, пожалуйста, вот этот вот один из изъянов, вот они из-за него на сколько процентов медленнее работают? Это какой процент от оверхеда? Я закатываю глаза и не знаю, что ответить. Поэтому да, нам не хватает замеров. На самом деле, по поводу того, что это местами не проще собственного целевого изменения, я не согласен, потому что, ну, во-первых, линейка вам пригодится еще потом не раз,
даже после этого целевого изменения. Во-вторых, ну, скажем так, разумные траты на линейки бизнес вам одобрит, потому что для него это что? Давайте посмотрим. Для него это прояснение пункта 3, может быть 4, то есть результат плохо измерим, ага, где-то будет проще мерить, а где-то, возможно, это улучшит ситуацию с контролем. Поэтому линейки бизнес, как правило, ну если они, опять же, там не на 4 месяца, линейки обычно бизнес согласовывает. Ну так, через зубы, но можно протащить. Без замеров жить сложно. Но тут есть еще одна проблема, что нам мало замеров. Нам желательно еще иметь какие-то исторические данные. Поэтому на самом деле, во-первых, данные, никогда не выбрасывайте данные, так сказать, из жиры, там откуда бы то ни было, логи и прочее-прочее, потому что иногда можно загнать в какие-нибудь, ну, аналитические системы что-то получить. Потому что обоснование все-таки хорошо делать на каком-то временном срезе. И вот из-за всего этого мы, собственно говоря, и не можем сделать деловое предложение. Но на самом деле шаги к этому есть. Во-первых, помимо IT и непосредственно лица, принимающего решения по вашему вопросу, есть другие игроки, как правило, на поле. Это может быть СБ, которая, ну, не внутренней безопасности в смысле, а вот которая отвечает, допустим, за там информационную службу безопасности, IT-СБ, которая очень беспокоит количество взломов аккаунтов ваших пользователей, да, особенно если у вас там есть деньги, то там дальше начинаются на аккаунтах, начинаются всякие мошеннические схемы, которые они пытаются выявить. А, может быть, вы найдете союзника там. Может быть, вы найдете союзника еще где-то в бухгалтерии. Все зависит от того, какой кусок системы вы собираетесь менять. И они вам помогут, в том числе с проведением вот этой вот уж хотя бы логической связи между тем, что вы хотите сделать, и тем местом в понятном для бизнеса продукте, который их беспокоит. Более того, поскольку они в этом месте живут, они, скорее всего, еще обладают какой-то статистикой. Ну вот у СБ есть какое-нибудь количество обращений там, или у службы поддержки есть количество обращений по взломам, возможно, даже посчитан ущерб там, и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, союзники, их нужно всегда искать. Они меняются, они бывают разные в зависимости от того, что вы собираетесь делать. Да, например, можно зачастую и HR привлечь для, особенно подбор, если у вас вдруг есть DevRel там, и прочие радости и техпиар, то добавление в перечень технологий пару новых модных движков или языков программирования, в общем и целом облегчает им задачу хантинга и пиара, как бы, компании с точки зрения работодателя. И в общем и целом они могут за вас впрячься. Следующий момент – это найти помощников. Опять же, как это ни странно, когда в данном случае мы точно, страдаем от того, что мы не понимаем, как вот это вот посчитать хоть в чем-то, ладно, в деньгах, хоть в чем-то, можно пойти к людям, которые всю жизнь выражали что-то через цифры. Это, как правило, их может быть даже два у вас направления в компании. Это аналитики продуктовые, если у вас есть такие. И, как ни странно, финанализ. Ну, как бы там ребята суровые, хмурые, нужно договориться еще с финдиректором, чтобы вас туда пустили. Но, в общем и целом, эти люди тоже постоянно решают системно проблему, как что-то отобразить в деньгах.
Это, как правило, там несколько хопов до денег. То есть выражать одно в другое и так далее. Поэтому союзники и помощники существуют. А главное, что нужно сделать, это взять контроль над системой. Вот это самая важная история. Над вашей системой. Как я уже говорил, это инфра, это код, это все. Что такое контроль? Это чуть больше, чем мониторинг. Во-первых, систему надо писать. И вот здесь вот, не кидайтесь в меня палками. Во-первых, кстати, у всех система описана. Ну-ка, давайте, нолики, единички. Ноль не описано, один описано. Как, так сказать, мы, наверное, все знаем из, ну, я теорию систем там не очень хорошо с ней знаком, но, в общем и целом, если хотя бы что-то про это читали, мы знаем, что единого представления какой-либо системы не существует. Ее можно представлять по-разному. Поэтому, на самом деле, описать систему можно тоже по-разному. А кто-нибудь еще, пожалуйста, тут есть люди, кроме Александра, вот Сергей, вижу, кто-нибудь еще, помашите мне нулями, единичками, будьте ласковы. Мы можем представлять систему по-разному. Мы можем ее представить как, не знаю, там, набор модулей, как там связанные технологии, как, в общем, по-разному. Вопрос в том, какую точку зрения выбрать. Наверное, если мы говорим про улучшение системы, про техническую деятельность, то с точки зрения узлов отказа, и наиболее старых, сбоящих элементов. Дальше мы можем привязать эти элементы с эффективностью разработки, связать через разработчиков, через оверхед на простую деятельность разработчика, там поднятие стендов там, и так далее, оверхед на откат изменений там и прочее. Мы примерно поймем, что замерять. Ну, там, не знаю, для примера, например, ведь все же знают, что можно мерить количество возвращений в работу, количество реворков от тестировщика к разработчику. А кто это меряет вот системно? То есть смотрит на это и как бы обращает внимание, не просто имеет эту цифру, а как-то вот живет с этой цифрой и где-то руководствуется ей при принятии каких-то решений. Тоже, пожалуйста, мне в чатик ответьте, кто так умеет. В принципе, штука, которая есть, но считать ее просто так вроде бы бессмысленно, потому что в системе непрозрачной, в системе такой как бы подразваленный, там реворк может быть совершенно не потому, что человек долбозавр, а потому что там сам черт не догадается, что правя метод А, так сказать, метод на противоположном конце системы вдруг отвалится, да, там или еще что-то. Но если вы просто замеряете реворки, просто пока замеряете реворки, а потом разваливаете монолит, простите, больное, на 5 кусков, и количество реворков в целом падает, и там остается на каком-то уровне несколько недель. И это довод. Я, конечно, понимаю, что коррелирует, не значит следует, но тем не менее. Дальше задача перевязать, понять, какие показатели вашей деятельности значимые для бизнеса. В первую очередь, это эффективность разработки. Ее можно рассматривать, например, как пропускную способность. Там, условно говоря, сколько story point-ов там, или часов, как у вас считается, команда берет, например, в спринт, если у вас спринты.
Можно смотреть как time to market. Это немного другое. Можно смотреть как ну, например, как количество часов, там, потраченных не на, опять же, продуктовую деятельность. Просто как потери, да? Не эффективность, а потери, что ты переплачиваешь за человека. То есть можно представить по-разному. И дальше ваша задача выявить взаимосвязи узлов описанной системы с основными, которые замеряются с основными показателями. Вот это то, что я называю взять контроль над системой. То есть мы вот худо-бедно прикрутили к системе, я сейчас даже не вспомню, какую штуку, там, анализатор кода. И он пока жужжит, в общем и целом мы просто пока смотрим, что он показывает. То, что он показывает, оно вроде бы соответствует нашему представлению о том, где в системе более муторно, где в системе поживее. Но потом, когда мы начнем, опять же, в этих местах рефакторить, мы будем на это смотреть уже более внимательно. Да? А дальше можно говорить про, допустим, количество изменений, которые вносятся в тот или иной сегмент вашей системы. Вы можете выделять наиболее часто изменяемые сегменты. Вы можете пытаться считать по ним количество ошибок, сделанных именно в них. И вот таким образом, вот это вот линкование с ошибками, с количеством, там, опять же, количество тестирования, количество взаимосвязей, там, когда один модуль ломает другой модуль через бизнес-логику, это, опять же, история про время тестировщика. То есть тестировщик должен об этих взаимосвязях знать и проверять, условно говоря, не только точку, где были внесены изменения, а еще 5 связанных с ней. Соответственно, если вы развяжете эти изменения, то вы уменьшите время работы тестировщика. Ну и так далее. Так, возвращаюсь в чатик. Количество возвратов немерено. Можно считать универсальными метриками для бизнеса и метрики по умолчанию. Совсем другая история. Готов обсудить в конце занятия. До него недалеко. Собственно говоря, вот если вы систему более-менее... Понятно, что всю систему датчиками не обвешаешь. И опять же, система, как вы видите сейчас, может стать другой через некоторое время. Ну, например, реальный случай. У нас были проблемы после того, как мы перешли на кроссфункциональные команды. И сразу энное количество, так сказать, жаждущих результата команд начали лазить по одному и тому же коду. Несмотря на все наши предосторожности, группа платформы там, и прочее, система начала падать, и мы поняли, что наша основная проблема в том, что система у нас, бог бы с ним падает, она еще медленно поднимается. У нас так была реализована история с кэшированием, что подняться после падения было крайне сложно. И поэтому у нас как бы в нашей картине мира, это значит, что мы систему на самом деле не контролировали, потому что мы не знали про эту ее особенность. Мы не знали про вот это вот, про узел кэширования, его свойства. Мы в общем и целом с этим разобрались. Буквально за месяц там просто был составлен целевой план действий, и мы достигли результата. И через некоторое время у нас вообще уменьшилось, ну, практически к нулю свелось количество падений, связанных с разработкой. Но тут вдруг начали выступать админы, которых до этого в моем представлении о системе не было, а как дестабилизирующего фактора. И тут они появились, причем появились системно. Почему до этого? Ну, наверное, потому что они были заняты вместе со всеми остальными разбором инцидентов, связанных с постоянно падающей системой и восстановлением. Может быть, им было не до своей деятельности. Потом они, значит, взялись за улучшение в своей стороне, ну, потому что разработчики наладились, админы решили к ним подтянуться и полетел оттуда.
Вот, пожалуйста, ну, в моем понимании, это пример того, как мутирует наша система. Поэтому то, что она меняется, это нормально. То, что мы ее представляем, то, что наше представление не соответствует ее реалиям в полной мере, наверное, тоже нормально. Если тому, что не попало в наше, если то, что не попало вот в наше представление, не является основной точкой отказа. Как мы готовимся к диалогу? Вот у меня есть это такой маленький план перед тем, как зайти в, опять же, комнату переговоров. Эмпатия, друзья мои, эмпатия. А, во-первых, мы пытаемся рассмотреть, представить, вот, что это мы сидим сейчас, ждем Стаса Михальского, который войдет и начнет нам опять гундеть про то, что нужно пилить монолит. И представим себе аргументы, которые он, то есть я за запас, и попытаемся оценить, насколько они подходят или не подходят. Во-вторых, можно по ним ударить пятью «ну и что?». Посмотреть, насколько они выдержат. Ну и коронная история – это когда уже проблему описали, и вроде бы даже цену описали. То есть тебе говорят: слушай, вот купи шубу за пятеру. Ты видишь, шуба хорошая. Пятера у тебя есть, и ты даже согласен, что пятера она стоит. Но до конца зимы остался месяц, у тебя есть еще ватничек. Ты такой: слушай, ну может быть попозже. Поэтому на самом деле здесь как бы очень важно быть готовым вот к таким прикладным заходам. Собственно, наверное, вот после этого автотренинга я заканчиваю свои мысли. Теперь готов отвечать на вопросы. Я не знаю, есть ли ссылка внизу в описании. На всякий случай я продублировал в презентации. Вот по этой ссылке будет опрос, за прохождение которого мы будем вам крайне благодарны. Теперь давайте пообщаемся. Спрашивайте. Я буду отвечать. Ну, пока что вот был вопрос про time to market. Александр, вы были первым, да. Как планировать мощности, сроки под техническую деятельность? Про удачные случаи коммуникации, благодаря чему они получились. Так, про планирование мощности и сроков. Трун-трун-трун-трун-трун. То есть сколько ресурсов нужно на то, чтобы выполнить ту или иную задачу техническую? Но либо у тебя есть профессионалы, которые как бы примерно понимают и делают предположения, и, скорее всего, они ошибутся. Либо ты... Ну, на самом деле, не либо-либо. В любом случае, это проект. И есть предпроектная подготовка. Есть стадия анализа. И нужно понять, как бы, в чем проблема, как мы собираемся решать, провести ряд экспериментов. А системные улучшения типа вот таких вот DevOps Forever, там быстренько все в Kubernetes, это, ну, точно, если там нету плана, если эта трансформация не рассчитана на год с, не знаю, там минимум 5, а то лучше 10 этапами ввода, там, проверки, частичного ввода в эксплуатацию, там, тестов в эксплуатации и так далее, то это точно блудняк, например. А через поиск боли сейчас расскажу. Вот, то есть ты к этому в любом случае подходишь как к проектной деятельности, и любое твое изменение – это продукт, опять же, ты должен его... Ну, в некотором смысле сконструировать, поделить на части, подтвердить какие-то гипотезы на берегу и дальше вот со всем этим
уже опираться на количество ресурсов и сроки. Но как бы как в любом планировании, то есть чем больше у тебя точек контрольных, тем быстрее ты поймешь, что ты пролетаешь мимо сроков. Чем больше у тебя точек, на которых ты можешь сказать, оп, мы достигли промежуточного результата, давайте на нем остановимся, тем более привлекательно выглядит твой проект, и как бы тем больше шансов, что ты его вообще доведешь до конца. Вот как-то так. Не знаю, ответил или нет. Зайти на обоснование через поиск боли. Это не совсем на обоснование, Сергей, все верно, но это скорее про синхронизацию видения проблем, приоритета проблем, синхронизацию там себя и бизнеса. Тут проблема вся в том, что боль бизнеса, как правило, находится на несколько уровней выше, чем настоящие системные причины. Даже не знаю, чем с этим помочь. Скажите, что повторить. Попробую, вот с какого момента. У всех лаги в трансляции? Так, я жду ответа про лаги в трансляции. Я жду подтверждения от Александра, удалось ли мне ответить на его вопрос. Так, Сергей, заканчиваю мысль. Так вот, боли бизнеса, как правило, они заканчиваются на истории, что что-то все обещают и никак не могут сделать. То одно ломается, то другое, то ли там придурки работают, то ли, не знаю, разберись. Если у бизнеса, так сказать, если вдруг вы с бизнесом актуализируетесь на системном уровне где-то в проблеме, это, конечно, круто, но, как правило, вы просто собираете, просто собираете обратную связь. Наверное, делается, мы это делаем и с бизнесом, но вот я повторюсь, с бизнесом предугадуемо все, простите. Мы это делаем с разработчиками, мы там раз в квартал проводим опрос удовлетворенности от, нашей дев-среды и прочего-прочего. Так, я понял. Александр, повторюсь, я говорил про то, что в любом случае твое изменение в систему – это… в некотором смысле для тебя продуктовые изменения, и это, безусловно, проект. То есть, это должно быть спланировано, у тебя должна быть стадия предпроектного обследования, где ты, разбираешься с болью, разбираешься с путями решения, возможно, делаешь ряд недорогих экспериментов, чтобы проверить какие-то гипотезы, какой из вариантов решения лучше зайдет, ищешь экспертов, проводишь какие-то оценки, там, можешь риски оценивать, тут опять же, насколько фантазии хватит, насколько погружаться в управление проектами. Но в итоге у тебя должен получиться план действий, если не календарный, то хотя бы последовательный. И чем больше там чекпоинтов, тем лучше, чем больше там точек, на которых можно остановиться, которые являются промежуточная поставка и изменения, промежуточным изменением, тем лучше. Планировать деятельность от забора до обеда, то есть вот начнем и через 3 месяца закончим, это зашквар. Полный, мы так очень любим делать, но так делать нельзя. Самые большие мои при мне случавшиеся, фейлы, это вот из серии, что да, классно, все, мы подключили, не буду говорить, какой движок, все, сейчас ждем второй версии, где будут исправлены ошибки, и погнали. Как? То есть у тебя должны быть промежуточные этапы.
ты должен понимать, что вот здесь, окей, сделано, остановились там или идем дальше. Ну, как-то так. Ну, это про проектную деятельность, про управление проектами. Ну, не совсем. На самом деле, можно пытаться пройти тот же путь спринтами, если у тебя, смотри, если у тебя реальный результат, который ты можешь использовать, появится только через 4 месяца, это намного хуже, чем если у тебя через месяц появится результат, через маленький, небольшой, не до конца, через 2 месяца он станет побольше, через 3 еще больше, а через 4 он будет полным. Как мы понимаем, эта модель применима на самом деле и в водопаде, и в agile. И точно так же можно и agile, так сказать, спринтами бежать, делать там по куче тасков, но не получать результат там 4 месяца. Ну, реальный применимый результат. Как-то так. Значит, про time to market. Вот это, опять же, похоже. Смотрите, количество работы не равно количеству результата. И на самом деле time to market – это отличный показатель для оценки вашей продуктовой разработки. Продуктовой разработки. Это разработка и продукт. Если в этой истории нету, мы забываем про продукт, а на продукт мы влиять не можем. Мы все-таки вроде бы здесь. На то, как продуктологи формулируют, ну, не в смысле описывают, а на то, чем они руководствуются, выбирая то или иное улучшение, там, еще что-то. В общем, если у вас продукт не понимает, что он хочет сделать, то как бы будет много работы, вы можете построить отличную как бы систему, отличную такую мясорубку. То есть, бац, туда, хоть, не знаю, там, хоть сколько сторипоинтов закинь, а все сделают за неделю. Но если, как бы, запрос был не очень осмысленен, а результат не до конца понятен даже продуктологу, то у вас будет фарш и фарш. А для бизнеса никакой ценности не будет. Опять же, time to market можно, как бы, фичерить и, опять же, ничего не достигать. Поэтому... Ну, сложно. ТТМ просто к качеству именно разработки применять нельзя. Это комплексная метрика. Что-то сумбурно, но, надеюсь, ответил. Так, еще что-нибудь? Так, примеры успешной коммуникации. Я вот сейчас пытаюсь. Ну, просто нет, слава богу, пока есть выделенный ресурс под это. Поэтому там коммуникации... А, ну, да, вот, конечно. Это, только смотри, это будет не коммуникация, а пример демонстрации понятного продукта результата от деятельности непродуктовой разработки. Замена того самого PHP. Мы time to first byte в два раза снизили.
И дальше мы к этому привязали, то есть уменьшилась скорость загрузки, ну, в смысле, да, снизилось время на загрузку страницы, и дальше мы еще поговорили с аналитиками, и они предоставили убедительные исследования, то есть они не обсчитали непосредственно как бы нашу ситуацию, потому что это не так просто, но в общем и целом убедительно выступили вместе с нами на продуктовом демо, объяснив быстро всем желающим, как, ну, на основе какого-то уважаемого исследования, как скорость загрузки страницы влияет на количество покупок. Вот пример. Когда мы снизили, я уже упоминал, количество автотестов, не количество автотестов, да, переход на семерку. Мы снизили время, за которое исполнялись все необходимые для допуска кода в бой тесты, все критикалы. Мы снизили его там чуть ли не в два раза, высвободив там, как я уже говорил, порядка 30 человека часов. Мы уменьшили очереди на деплой, практически свели их к нулю, и таким образом тоже снизили количество времени, которое люди там ждали вот своего деплоя. Почему я считаю это релевантными примерами? Потому что если бы у меня не было выделенного ресурса, я бы использовал это как обоснование. Мне чуть проще, потому что я задним числом говорю, вот смотри, что у нас получилось. А для аллоцируемого ресурса временного пришлось бы делать какое-то предположение. Но на самом деле во всех этих случаях предположение, ну, мы, приступая, уже примерно предполагали, какой результат мы получим. То есть мы понимали, что мы снизим процентов на 50 время на деплое. Мы, ну, с PHP, наверное, мы были меньше уверены, но тем не менее. Ответил? Засчитываешь? Ну вот как бы обоснование же все равно через результат. Как смог. Сорян. Так, давайте еще вопросы. Вроде бы на все, что было, я уже ответил. Ну, тогда что, прощаемся? Отличный вопрос. На курсе я планирую показать, как, чему учить? Учить тому, что управление – это крайне многогранный, многосторонний процесс.
Я это собираюсь в первую очередь этим курсом именно и продемонстрировать, рассмотрев совершенно разные аспекты. Поговорить про людей, про то, как они между собой коммуницируют и почему они коммуницируют именно так. Поговорить про роль руководителя, поговорить про процессы, поговорить про человеческую деятельность, поговорить про команды. То есть, на самом деле, покрутить этот вопрос с кучей разных сторон. Зачем он мне? Потому что он состоит из, этот курс основан на реальных инсайтах, на каких-то вот моментах, когда головоломки начали складываться. Отчасти потому, что я не могу про это не говорить. Отчасти потому, что, рассказ – это лучший способ понять. Я не скрываю того, что, ведя этот курс, первый, второй раз, третий, неважно, я все равно учусь. А в том числе и тому, о чем рассказываю. И курс обрастает подробностями, какими-то дополнительными мыслями. Соображения, идей там приходят от там, бывших слушателей. То есть это живой процесс. Вот он мне зачем. Чтобы учить и учиться. Потому что на самом деле мне очень обидно, что управление, особенно в IT, потому что я в IT, мне очень обидно, что управление часто сводится к контролю за выполненной работой. Но там в лучшем случае какой-то примитивной мотивацией. Это прошлый век. Так управляли людьми на фабриках. Сейчас нужно по-другому. И дело в том, что это приводит к большому количеству оверхеда, потери мощности команды. То есть управленец может значительно снизить оверхед и повысить КПД команды, наладив коммуникации, занявшись командообразованием, целеполаганием и так далее. Ответил? Можно и так сказать. Это не самый плохой, не самая плохая цель, кстати. Порядок из хаоса создать нельзя, но хаос можно декомпозировать, и сделать просто энное количество маленьких хаосов. Это не управление, это, это, кстати, плохой пример управленческой деятельности. Да, и зачастую, да, мы видим, что основная у нас проблема в том, что нашим парням закидывают какую-то шляпу. Надо помочь разобраться. Мы идем разбираемся. Вот по-хорошему, сейчас я залезу на любимого конька, по-хорошему мы должны сделать это один раз, два раза, а после этого придумать так, как сделать так, чтобы это происходило уже без нас. Потому что мы не толмач. Но должны понять, что нам нужен толмач, должны придумать, где его взять, как его обучить и как его потом еще развивать. Это сейчас меня понесет. Прощаемся?
Если еще вопросы, то давайте. Вот, это приходите на курс, скажите все. Александр, ну, как бы, это предмет другого разговора. Просто когда ты, если ты работаешь, если часть твоей работы это работа толмача, то ты делаешь немного не свою работу. Ну, это правда, вот про это лучше. Там, мы, кстати, вот это обсуждается на первых, там буквально двух занятиях первого блока. Это важная история про свою и не свою работу, про уровни оперативные, тактические, стратегические, про матрицу Эйзенхауэра. Это все примерно вот оттуда. Еще вопросы? Да не вопрос. Сейчас сделаем вот так вот. Вот мой адрес, который я не скрываю, можно задавать вопросы. Если у кого-то возникнет после этого занятия, велкам, про курс, про там можно задавать свои предметные вопросы. Вспомнился старый анекдот, когда горожанин, слегка прибавлевший, встретил на рынке врача, ну, местного, и решил сэкономить, спросить у него совета и не идти к нему на прием, не платить деньги. Он подошел к нему, скажите, вот у меня насморк и слегка болит голова, что мне делать? Врач на него посмотрел и сказал, обратитесь к врачу. Это про контексты. Я так делать не буду. Как бы в больших эссе не обещаю, но в общем и целом... Хотя бы векторами на ваши вопросы готов ответить. Ну что, давайте, начиная обратный отсчет до 20. Если не буду перебит вопросом, то тогда прощаюсь с вами. 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Напоминаю про опрос. Пройдите, пожалуйста, это важно. Обратная связь очень важна. Спасибо вам за то, что...